Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на наш новый вязальный проект «Марафон машинного вязания. Красная рыбка». Красная рыбка, потому что пряжа, которую мы будем использовать, имеет лососевый цвет. Это во-первых, а во-вторых, мы используем узор, который очень напоминает рыбную чешую. Марафон будет платным. Форму оплаты вы можете найти под этим видео. И в марафоне предусмотрены три варианта участия. Первое – это вступительный взнос 500 рублей, и вы выполняете все задания марафона. Заданий будет несколько. Мы вяжем безрукавку постепенно, и поэтому вы получаете следующее задание только в том случае, если сдали предыдущий этап. Второй вариант – это участие без отчетов. И третий вариант – 1000 рублей – это участие без отчетов с возможностью записи и просмотра после окончания вязального марафона. В любом случае, все те, кто участвует по любому тарифу, смогут принять участие в розыгрыше главного приза по итогам марафона. Это сертификат на 1000 рублей, либо на покупку пряжи в магазинах спонсоров, либо же на оплату любых курсов в нашей школе машинного вязания. Мы будем вязать из пряжи пехорка, австралийский меринос, 95% мериносовой шерсти и совсем немного акрила. На ощупь эта пряжа очень приятная. Мы пока еще не записывали отчет по ее использованию, потому как она гладится, стирается, скатывается или нет. Поэтому это все будет уже после того, как мы свяжем это изделие. Ну а вы, если хотите принять участие в нашем вязальном марафоне, где мы вяжем оригинальную дизайнерскую безрукавку со сложным кроем, на меня, на Светлану, вы можете принять участие, если оплатите любой из интересных вам тарифов. Если вам нравятся наши вязальные мероприятия, ставьте лайк. Если не нравится, ну что ж поделать, не всем это подойдет, потому что наши изделия, наша школа работает для тех, кто делает первые шаги, кто еще не очень уверен в своих силах. Именно поэтому наши мастер-классы очень подробные, и тем, кто уже хорошо вяжет, это может быть не очень интересно. Марафон рассчитан именно на тех, кто не очень хорошо вяжет, поэтому мы будем подробно строить выкройку, будем делать пробник, и мы будем вязать на себя. Приходите на наш вязальный марафон, ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube-канал «Школа вязания Натальи Некрасовой».